Привет, дорогие друзья! Фикс прайс Клантай 3024 Санкт-Петербург. Покажу вам товары, которые привезли в этот раз. В основном привезли товары первой необходимости. Завалили в магазин туалетной бумагой, салфетками, бытовой химией, прокладки. Немного в отдел «Все для Пасхи». Давайте смотреть. В Клантай 30 появились курочки, которые были в том году. В горошек. Вот такими веточками. Они немного выше, чем в этом году. И сделаны из доломита. 199 рублей. Веночек пасхальный, 24 сантиметра в диаметре. Очень симпатичный. Основа сделана из стали. Так что он очень упругий и крепкий. Есть разные расцветки. Цена 149 рублей. Декорация пасхальная, две штучки. На таких длинных палочках есть курочки, есть зайчики, есть петушки. Палочки сделаны из бамбука, фигурки сделаны из полирезин. Наверное, вот такие декорации можно вставлять в куличи. Цена такой декорации 79 рублей. Веточка пасхальная. Очень симпатичная, такая верба, яйца, золотые, серебряные, 44 сантиметра длина. Состав сталь, бумага, эва, ПВХ. Цены, к сожалению, не было. Ополаскиватель для полости рта, лесной бальзам. Для детей от 7 лет. Ягодный взрыв, формула с двойным кальцием, 99 рублей. Новинка спрей для стекол с распылителем. В составе есть нашатырный спирт. Подходит для чистки стекол, зеркал, приборной доски, хрусталя, фарфора, а также для наружных поверхностей холодильника. 500 мл, 79 рублей. Новинка, средство для чистки универсальный, крем для ванн. Отлично очищает, не царапает, хорошо смывается. Подходит для керамики, плитки, раковины, смесители. Я купила, мне очень понравилось. 79 рублей, 900 граммов. Средство для очистки канализационных труб в ванной, Сантор, антизасор. Густой гель быстро устраняет даже очень сильные засоры. За 5 минут 1 килограмм 99 рублей. Дихлофос варан. Улучшенная формула без запаха. Для уничтожения тараканов, клопов, мух, комаров, москитов и так далее. 99 рублей. Многофункциональное средство 3 в 1. Белизна. Отбеливает, чистит, удаляет пятна. 1 килограмм 79 рублей. Экопластырь Унипласт, бактерицидный, 20 штук, на основе натуральной хлопчатобумажной ткани, 100% хлопка, дышащий, не прилипает к ткани, 55 рублей. Новинка, керамический поварской нож, 26 сантиметров, эргономичная ручка, состав полипропилен и диоксид циркония. Ручки есть разного цвета, светло-зеленые, серенькие, черные, 249 рублей. Керамический нож 19 сантиметров, эргономичная ручка, тот же состав, цена 99 рублей, есть расцветки. Новинка российского производителя «Мир», миска термостойкая, жаропрочное стекло, литр 250, отлично сделано. 149 рублей. А вот такую миску я купила с ручками. Тот же производитель. И сегодня уже запекала овощи. Отлично получилось. Графин с крышкой из красивого граненого стекла на 1 литр. Крышка сделана из пластика. Красивые графины. Стоят 200 рублей. То ли довезли, то ли еще остались. Твердое туалетное мыло земляничное. 190 граммов, 55 рублей. Туалетное мыло для деток, 200 граммов, 39,50. Прокладки Олаф с крылышками, 9 штук, с оновыми серебра, тонкие и гибкие. Цена по карте фикс прайс 68 рублей. Прокладки Kodak Ultra Soft L Extra мягкая защита, 20 штук, 199 рублей. Такие же прокладки, 14 штук, быстро впитывающие, ночные, 200 рублей. Опять привезли носочки с глазками в большом количестве, разного цвета, пяточки контрастных расцветок.
36-39 размер, производство России, 75 хлопок, 79 рублей. Вот такие носочки с бананами, также большое содержание хлопка, также 79 рублей. Симпатичные мне понравились мужские тапочки. Сделаны просто идеально, посмотрите. И приятная расцветка такая благородная. Подошва ПВХ, верх текстиль с хлопком. Размер 41-45, 249 рублей. Появилась в продаже вкусная соль йодированная с чесноком и зеленью. Отличный состав, очень много различной сухой зелени и семян. 55 рублей. И также йодированная соль, 12 овощей и трав. Всегда покупаю такую соль, очень вкусно, 55 рублей. Такие огурчики маринованные я всегда покупаю фикси. Состав: огурцы, соль, уксусная кислота, зелень, укроп, чеснок, семена, горчицы. Очень хрустящие, очень вкусные. Мы с мужем обожаем. 500 граммов, 79 рублей. Друзья, дорогие, спасибо за внимание. Давайте прогуляемся дальше. Опять мы идем по фонтанке, перешли на эту сторону. Через мост Ломоносова и идем в сторону фотокафе. Давно мечтала там побывать, и вот я побывала, перегладила всех котов и кошечек. Брать на руки их нельзя, но гладить можно. Правда, получилось очень дорого. Там поминутная оплата, я этого не знала. Но котики классные, их даже можно потом забрать домой. Вот столько котиков там живет, и там все создано для их обитания. Ладно. Дальше мы идем вдоль фонтанки к площади Ломоносова. И вот сейчас покажу вам самую удивительную, красивую улицу. Называется Зодчего Роси. А уникальность ее состоит в том, что высота здания равна ширине улицы 22 метра. А длина улицы в 10 раз больше, 220 метров. И утвердил этот ансамбль зданий Николай I, одобрил. И вот сама площадь Ломоносова, стоит бюст Ломоносова, который поставили в 90-х годах. Летом здесь очень уютно и красиво. А вот там в арке, в крайне слева, виден купол Исаакиевского собора. Его немного перекрывает Апраксий двор, но все равно, если присмотреться, то его очень хорошо видно. Все очень красиво. Шикарно. До скорой встречи. Всего вам хорошего и пока.